Добрый вечер, дорогие друзья. Мы с вами находимся в доме известного писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. Это недалеко от Москвы, в Абрамцеве, где он жил более 100 лет тому назад. Вот это портрет Аксакова. Да, это он, Сергей Тимофеевич, написал сказку «Аленький цветочек», продолжение которой мы с вами будем сегодня смотреть и слушать. Аксаков очень любил Абрамцево. Он исходил вдоль и поперек всей его окрестности. Здесь он собирал ягоды и грибы, частенько сиживал с удочкой на берегу пруда или речки Вори. И вот так за этим занятием изобразил его художник. Вот это письменный стол, за которым работал Сергей Тимофеевич. Вначале Аксаков составлял план того, что предстояло написать, затем делал короткие заметки и выписки из нужных ему книг, а уж потом диктовал своей дочери Вере. Возможно, это было так, как вот на этом рисунке. В прошлый раз я вам уже говорила, что лучшая из книг Аксакова рассказывает о жизни маленького мальчика Сережи Багрова. Это книга «Детские годы Багрова внука». Из моего рассказа вы, наверное, помните, что маленький Сережа услышал сказку о маленьком цветочке от Пелагеи Ключницы. Пелагея каждый день рассказывала ему одну из своих сказок про царь-девицу, про Иванушку-дурачка, про жар-птицу или змей Горыныча. «Аленький цветочек» была лучшей ее сказкой. Пелагея рассказывала ее нараспев, сидя у печки и подперев голову рукой. В некоем царстве, в некоем государстве жил-был богатый купец, именитый человек. Это была история о том, как купеческие дочери наказали отцу привезти им из заморских стран заветные гостинцы. Отыскал купец гостиниц для старшей дочери. Венец с камнями самоцветными, от которых становилось ночью светло, как днем. Отыскал он гостиниц и для средней дочери. Чудо-зеркало, глядя в которое прибавляется девичья красота. Не мог только он отыскать гостиниц для младшей, самой любимой дочери, аленького цветочка, краше которого не было на всем белом свете. И вот однажды попал купец на далекий остров. Али нет никого? Али нет никого? Пирогов бы здоровых,
Ай, спасибо. Ай, да щи. Знаменитые пироги. О, славно. Будьте здравы, хозяин с хозяюшкой. За хлеб, за соль спасибо. А все-таки чудно. Аленькой. Что ты сделал? Как посмел ты сорвать мой любимый заветный цветок? Утеху всей жизни моей. Умереть тебе за то смертью безвременной. Смерти я не боюсь. Зачем сорвал цветок? Меньшая дочь. Настенька просила. Дочка. Настенька. Ну, хорошо. Отпущу тебя домой невредимого. Подарю и цветочек аленькой. Только дай ты мне слово верное, что приедет сюда одна из дочерей твоих. Что? Не бывать тому. Обиды ей никакой не сделаю. Будет жить в чести и приволье. Нет! Не знаешь ты сердца отцовского. Ступай, поклонись родимой земле, повидай дочерей. Ну, а коль не приедет никто, на утренней заре одень на мизинец кольцо. Сам воротишься. Подарок поглядеть. Поглядеть? Так вот ты какой. Цветочек аленький.
А за то, что сорвал я цветок, пригрозило мне чудище смертью безвременной. Дочерям-то сказал, знаю. Не сказывал и не буду. Моя вина, мой ответ. Слово дал поутру воротиться на тот остров далек. Степан! Степанушка! Зарею надену кольцо и прощай, друг Кондрат. Степан! Береги мой корабль! Дочерям моим любимым будь за место отца родного. Особливо Настеньке. Так вот ты какой, цветочек аленький. Твоя здесь вина, а моя. Для меня ты сорвал цветочек аленький. Мне ответ держать. Настенька? Настенька! Прости свою дочь неразумную. Настенька! Завтра вы увидите продолжение сказки «Аленький цветочек». А сегодня я прощаюсь с вами и желаю всем спокойной ночи.